талантливые гимнастки не мешают ни карантин, ни дистанционное обучение, ни теснота в помещении, будь то квартира, актовый зал или телестудия. 12-летняя спортсменка Юлия Назарова, воспитанница Мурманской спортшколы Олимпийского резерва, стала бронзовым призером международного онлайн-турнира по художественной гимнастике «Новогорские звездочки». Соревнования проходили в прямом эфире. Судили, как на обычных соревнованиях, каждый элемент, каждое мастерство, каждую дорожку. Было непривычно то, что очень близко тебя окружают стены, маленький потолок и маленькие ковры. Это все надо было уместить на одном ковре почти. И нельзя было сильно разбегаться. Почти все на месте было. В возрастной категории 2008 года соревновались 40 девочек из 16 городов России, а также из Франции, Катара и Маврикия. Турнир проходил на серьезном уровне. Участвовали воспитанницы центра Ирины Винер, а судила заслуженный тренер России, официальный судья сборной команды России Елена Нефедова. Но чем строже условия, тем ценнее победа. Мы очень благодарны нашему тренеру Назаренковой Людмиле Леонидовне за ее вклад, за ее участие, усердие в тренировках. Это человек, который всю жизнь посвятил художественной гимнастике. И у нее в этом году, кстати, 30-летний тренерский юбилей. Вот. Она вкладывает очень много сил и душу в воспитание гимнасток. Юля и другие подопечные Людмилы Назаренковой продолжают трудиться, несмотря ни на что, готовятся к соревнованиям, поддерживают отличную спортивную форму и, конечно, скучают по привычному образу жизни, ведь настоящее общение и обмен энергией не заменят никакие онлайн-тренировки. Лиана Мхитарян, Илья Курлучан, Андрей Бричко, ТВ-21.